Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Да, малыш. С рождением тебя, малыш. Ты в Алании. Все уже темнее. Малышей там много возле домика разума. Раньше они как-то рождались в определенные какие-то месяца, обычно один раз в году. Сейчас они рождаются, короче, ежемесячно, и малые сейчас круглогодично просто. Реально круглогодично. Смотрите, тут сколько мелких. Тут взрослых нет, одни мелкие, но он один спит взрослый. Не, ну есть взрослые, но мелких больше. Уж такой маленький, уже сухую еду ест, бедненький. Возле тазика воды сидит. Музей. Павлины еще не спят. Дома ли наш одноглазик? Сейчас посмотрим. Одноглазик дома. Привет. Привет, одноглазик. Привет, привет. Сейчас там есть. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Откуда? Алексей. И Наталья. Из Владимира. Да, второй раз в Алании, да? Да, в Алании. В Рамира-Сити живу. А какой? В Рамира-Сити. А, все, понял. Может, там друзья какие-то живут? Были, да. Мы вас часто смотрим, особенно когда вот планируем поездку сюда. Спрашивали, как добраться на Лафалане, я сам честно не знаю. Я про этот автобус 4 года слышал, он как что-то такое мистическое, я на самом деле не знаю. Попробуем, наверное, завтра. Уедем, не уедем, часа в 4. Я просто слышал, что у него остановка, а там, где у него остановка, там все равно подниматься очень крутой подъем и все равно наверх идти. Мы сегодня спрашивали по поводу такси 7 евро. В один конец, да? Ну, конечно. 7, 14 туда и назад, кнопки, да? Говорят, можно ехать обратно. Да, 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 так без проблем, кнопки есть там, да. Там место хорошее. Там, если поедете, вот всем и вам, и всем могу советовать, туда надо попасть, пока светло, и встретить там закат, посмотреть, и темноту, то есть, чтобы сразу два в одном, потому что по-своему оно выглядит, когда светло, и по-своему, когда темно, надо вот увидеть и то, и то. Я даже не могу сказать, там красивее днем или ночью, там надо побывать реально и днем, и ночью, поэтому вот как-то рассчитывайте, чтобы вы туда приехали часиков 7, и побыть до темна, а потом уже ехать на ужин туда. Достопримечательности так посмотрели. Такси туда приедет, если что. Да, да, они там прям стоят, даже без кнопок, они там всегда стоят, да. Что, какие у вас любимые места в Алании? У меня море. Только вчера расстроило очень. Мы пришли. Три дня было до этого шторма. Вы не представляете, сколько там грязи. Да, я наслышан. Куча грязи, я такого не видела. Ужасно. Даже в Адлере. Нормально. Вообще да. Очень красивое место. Мы второй раз живем в Рамира-Сити, второй раз. Понравился отель, да? Минск, привет вам. Ну, вы знаете, там 16+. А, да, я не знал даже. У меня детишек. Да. А, то есть там не селят с детьми, получается, вообще? Нет. Там ни анимации, ни дискотек, нет, ничего. Вчера или позавчера были местные народные фестивали. Анимация для нас, для взрослых. При пенсионного возраста. С элементами стриптиза, значит, раз 18+. Да, да, да. На сколько дней приехали? На 10. А сегодня какой? 5. 5 половина уже. Сейчас жара начинается каждый день, все жарче и жарче. Сейчас комфортно, хорошо. Мы со Стамбула прилетели, вот 5 дней там были. Там, конечно, совсем по-другому. Там прохладно. Там холодно, да. Там холодно. Мы вечером тогда на кораблике катались, куртки одевали. Да, 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 Стамбул, да. Хотя, с другой стороны, также 28 там, 28 здесь. А вот по ощущениям совсем разное, да. Там вечером кофту одевать приходится здесь. Сейчас солнца нет, а течет. Да, да. Обгорели все. Ладненько, хорошего отдыха вам, теплого моря. Очень рады были вас. Спасибо, котик. Да, если бы я не остановился, вы за него, наверное, бы не обратили внимания. А так я его как раз кормить начал. Смотрели все дни. Вот, и сегодня ваше видео вышло, я мужу говорю, смотри, он снимает сейчас грязь вчерашнюю. Да. Все, спасибо большое. Всего доброго. Ты все съел?
Съел, ты голодный такой. Видишь, кутик себе его не кормил, и не узнали бы, а так тёрпчик. Тёрпчик. Тикуша, не разворачивайся. Сильно на него внимание обращаем. Ой, я не могу никак привыкнуть к этим звукам павлиния. Инопланетные животные. Улица Баро. Время, ну еще время часиков 9, еще рано, поэтому там людей мало. Мы наверху. О, смотрите, кто здесь? Мои американские друзья, привет! Привет! Привет. Hello, вау! Hello. Красавчик! Так, привет! Ага, ты вообще модный, фирменный весь такой. Во, класс! Все в сборе. Куда мы идем? К маячку идем. К маячку на Красную башню. Короче, гуляем. Кто пришел? Привет! Друзья, тут уникальная вещь, короче, ну... Даже если я камеру зумом достану, она не будет видно, я не смогу. Короче, летят, но это не самолеты. Это если предположить, что это военные самолеты, но они летят гораздо выше. Они летят как звезды. Короче, идет ряд летящих объектов, светящихся, ну, как звезда они выглядят обычно. И их где-то сколько вы насчитали? Я уже даже не знаю, сколько. Они в ряд один за одним летят, именно летят, видно, что они двигаются, их больше 10 уже, можете себе представить? То есть вообще непонятно, что это. Они исчезают, появляются, исчезают. То есть они на ну это точно не военный самолет, потому что он на высоте именно какой-то вообще космической идет. Он спутники не могут летать вот так вот. Все, да, последний. А как такое может быть вообще интересно? А может летит дрон? Или самолет? Все, то самолет справа. Они исчезли, все. То есть они летят реально на высоте космоса, где звезды, то есть это точно не самолет. А что и как они? Просто в ряд они пролетели 10 штук, вот как такое может быть? Больше 10-20, я 10. Пишите, кто видел в Алании, кто это, конечно, это вообще уникальное что-то. То есть они в ряд именно летели. Именно в ряд и одновременно. Что это может быть? Не сокращая, да, 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 абсолютно да. Одинаковое на одинаковом расстоянии, расстоянии друг от друга, скорость. Да, на одинаковой скорости. Не, ну теоретически, может, есть какие-то самолеты, которые самые современные, очень высоко, да? То есть не 10 километров высота, там гораздо больше. Не знаю, военные самолеты на какой высоте летают? Потому что это самолет, да, но видно, что он низко. А то было вот реально как звезды они. То есть очень далеко. Маячок, скажи, говорите, как вы? Да, скажи. Как вас, скажи, назвать? Звездочеты, да? Давайте кушать мне, скажи. Стоят тут, наблюдают. Астрономы, точно. У меня по астрономии 5 было. Я ничего не знаю, что мы там делали на астрономии, но у меня 5 была. Это кто? Она. Как она? Не понял. А! Это что за звуки? Это жених твой или кто это? Пойдем, мы тебя переведем к лавочке. Пойдем, пройдем его. Пойдем с нами, маячок. Пойдем, пойдем, пойдем с нами. Так, тихо, я тебе дам сейчас есть, молчи. Смотри, что творит. I need help. Потому что она меня будет ревновать. Покорми вот этих, а ее мы туда проведем потом. Потому что если я ей дам, она обидится. И черному насыпать. Не, ей не надо, черному насыпь. А с ней мы пройдем сейчас. Пойдем, маячок, пойдем с нами, пойдем. Пойдем, брат. Да, что? Это интересно, знаешь, конечно, было вообще. Кто? Уникально. Летающие роботы. Летающие роботы летающие были, роботы. Да? Маячок, ну и голос у тебя какой. Да. Да. Ну давай, давай, батут, я ж тебя готовлю снимать. Смотрите. Давай. Ты что так долго готовишься? Давай. Отходи вень назад чуть-чуть. Давай. Насыпаем, насыпай. Смотри, еда. Что-то ты сегодня не голодный, что ли? Прыгай. Все, давай, давай, давай. Сильно много внимания, он поэтому стесняется. Давай. Да что ж такое? Ну, давай, давай. Там батутик, давай. Давай. Давай, не бойся, ты. Где очень много гуляет по набережной. Местные есть и туристы. Все-таки, мне кажется, турок больше немножко, чем туристов.
и пробки, машины в два ряда припаркованные, смотрите, сплошной полосой, два ряда машины припаркованные, между ними пробка была, сейчас все стояли, тоже очень много людей в Алане. Это, наверное, уже начинают турки приезжать на Байрам, скорее всего. Поэтому с каждым днем их сейчас будет больше, 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 а через неделю просто невозможно будет пройти здесь вообще. Потому что они все будут и спать на лавочках, и тут будет жесть полная. Кто помнит, прошлые годы я показывал. Да, вот турецких намного больше, чем иностранцев, сейчас уже повсюду. Во, да, показывай, все твое. Вот так. Леш, поснимаешь, я сейчас подбегу, столкну его в море. Рассаживаемся в порядке купленных билетов. Ну, он весь занят, сесть негде. Подождите, я еще не сел. Подождите, Веня, запрыгивай. Эти, друзья, забыл сказать, победили они. Я, в принципе, рад за них, потому что когда люди до часу ночи, они не доходили до кондиции, я сам хотел прийти и взять что-нибудь, посидеть живячок, ракешник послушать. Но я явно приду туда только после часу ночи. В общем, сейчас снова можно все до 3 часов. До 3 часов теперь все дискотеки, люди будут доходить до кондиции, как и раньше. Все будет хорошо. Вот, так что только я не могу понять, почему они сейчас молчат. Время 10:30, тишина полная вообще, я не знаю, что это значит. Пандочка, где пандочка? И пандочка. Ехал, что ли? Вижу пандочку. Не гуляет где-то. Не уехал. Тут покупатели тоже все местные, турецкие. Ладно, не буду отвлекать. Пандочка, наверное, дома или где-то гуляет. Смотрите. Кто там меня не узнает? Привет. Привет, мой красавчик. Привет. Привет, малой. Ты всегда голодный. Пойдем. Пойдем, пойдем, мой красавчик. Вот у меня что-то было лысое там на бороде, сейчас все нормально. Худой ест, ест и худой все время. Люблю это место, красиво здесь видно. Только-то там мы сейчас были. Тараканы бегают у нас. Красавец, как кто красавец. Не боится, смотрите. Вау, вау, пошевели усами, пошевели. Вот он подмигнул вам левым глазом. Салют, это где-то у нас... Где это у нас? Это в начале оба или еще до оба получается? Тут ничего не видно вам сейчас. Кафешка какая-то. Это где это? Дайван, наверное. Дайван Бич Хотел. Это там, где мы были, где моя пятнашка, вот там вот кафешка. Пиратус, привет, пиратик. Кс-кс-кс. А что тебя так редко стал видеть тоже? А, ну потому что ты там тусовался, я же сюда редко прихожу. Видите, он переехал к маячку почти, к маленькому. Поэтому я его так редко вижу. Я тебя не видел уже недели две, наверное. У меня там еще Мартин есть вообще, такой прикольный. У него, короче, пол головы черные, пол белые. Да? Еще есть повернутые у меня там. Не видели видео повернутые? Смотрите, сколько я здесь не был. Уже цветы здесь вовсю насадили цветочков. Смотрите, как красиво все здесь. А вон сидит и кто-то. Там? Да. Белый? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сейчас прибежит, может быть, и он. Сейчас он светленький тоже, с черным. Повернутого хожу, пытаюсь найти покормить. Кс-кс-кс. Цветов не было, я тут был несколько дней назад. Повернутый, смотрите, повернутый. Да, ой, золото ты мое, я так рад тебя видеть. Привет, не бойся, это свои, привет. Привет, мой красавчик, привет, привет, кушать сейчас даю. Пока повернутый. О, пить он хочет, наверное, да. Хрен меня. Впервые мы сюда пришли, там он еще кот сидит. Вот услышит или нет? Смотрите. Слух хороший, да, он меня знает, поэтому он летит бегом, бегом. Он вот там вот живет, там будка, он трансформатор, но он обычно на ней спит. Кс-кс-кс. Он безымянный у меня. Кс-кс-кс. Иди сюда, дружок, прибежал аж оттуда. Кс-кс-кс. Давай, давай, иди сюда, это я. Кс-кс-кс. Красавчик, ну примчался, у тебя слух хороший. Давай, давай, огородами, огородами, давай. Кс-кс. Тут коты сидят, там кучу рыбы запустили, реально куча. Они сидят, бедные, по полдня могут сидеть за рыбой, наблюдать. Теоретически, я думаю, если кот шустрый, если ему придется поплавать, он может рыбу поймать. Ну, так, плавать, да, тут рыбы очень много в том фонтане было. Смотри внимательно, она это, ну, разве что куда-то... Не, она небольшая, она как обычная сухопутная черепаха по размеру. Ну, не ладошка, ну, чуть больше моей ладошки большой.
рыб очень много. Это так, коты сидят, короче, и ждут, когда рыба выскочит из воды, выпрыгнет к ним. Так, там вижу рыба. Но обычно она плавает сюда. По дну я никогда не видел, чтобы она ходила. Обычно всегда плавает. Город кошек. Тоже везде и малые. Малых полно везде. Что-то мало, они или спят уже. Обычно тут полно их всегда по полянкам. Включили музыку, а то на улице Бароша тишина такая была странная. Все, включили, сейчас музыка есть. Тоже котята здесь. Привет, что колбасит здесь слева, перед улицей Баро? Класс. Это не тот клуб, который я вам показываю, это вот еще один здесь есть живечко. Вот тут Веню видно. Тут его фоткайте, красивый будет, светленькая улица такая. Веня, подтянись как-то туда, где тыквочки. Ты ж по канату лазишь, залазь туда наверх, короче, мама тебя сфоткает. Это железо выдержит, оно тебя выдержит. Людей очень много гуляет, а время у нас уже больше. Друзья, время 20 минут первого. Сейчас я точно посмотрю, чтобы вам точно-точно сказать. Автобус вот на Конаклы выезжает с автостанции. Ну, в принципе, я думаю, что лучше не ждать, да. Да, 12.27. Не факт, что будет всегда в такое время. Ну, то есть, получается, в 12.20 может отправление. Но до 12 уехать точно в Конаклы сможете с автостанции Джумапазары. Все, у меня аккумулятор садится. Спасибо за прогулочку. Много сегодня наснимал, не знаю, когда я буду там монтировать. Не спать не успеваю, не в море пойти покупаться. Зато классно гуляем. Всем мира, добра, позитива. Котик, если в конце будет, 2 дня что-то не было. Того, который на задние лапки становился, мяукал. Бежать, обязательно его покажу. Ждал автобуса, к сожалению, придется идти долго, порно пешком. Хотя уже 5, 6... Всем, вот кто не верит, там, кто думает, что я что-то там прибавляю, приписываю, друзья, на ногах сегодня пешком хожу, сейчас скажу, с 4 часов, итого 8 часов, ну вот посчитайте, самые скептики, даже если считать, что я там, ну смотри, какая красавец какой, будить тебя не хочется, так красиво спит на моцике, что-то полезное от этих дырчиков, хоть кошки на них спят. То есть даже если считать, что я ходил всего лишь там по 3 километра в час, да, 8 на 3, это 24, друзья. То есть 20-ка плюс у меня сегодня однозначно. Честно, конечно, с удовольствием я поехал на автобусе, потому что к этой 20-ке сейчас еще прибавится несколько километров, а идти уже не сильно хочется. Все, пока всем. Алания, новый день наступил, 22 июня. Привет, она ножки задние ставит. Привет. Сейчас ночи. Привет, а где ты 2 дня был? Я тебя звал каждый вечер, тут каждую ночь. Не хочешь на задние лапки становиться. Давай скажи, есть, не болтай. Да? Да, да, скажи, да. Давай, Ромка. Даю. Давай. Приятного аппетита. Провизор, привет, это Виска здесь сейчас. Вкуснятина? Вкуснятина. Все, экшен лап. Пока. Красавчик. Еще подсыпь.